Ребята, всех приветствую! Представляю вашему вниманию новую крутую сборку для NFS Most Wanted под названием Rework. Эта сборка имеет свои фишки и особенности, о которых я расскажу чуть позже. Создателем всего этого добра является девушка. Это большая редкость, когда модмейкер женского пола, таких практически нет. Но как показала практика, ковыряться в файлах игры интересно не только мальчикам. За это лично от меня отдельный респект автору, работа не зря была проделана. Я думаю, многие оценят нововведение. Как вы уже могли заметить по ролику, он в 4К. Именно в этом разрешении я играл с данным модом. Первое и самое главное для фанатов. Игра работает без TX-мода. Никто не любит TX-мод из-за лишних манипуляций и долгим ожиданием запуска игры. Особенно страдают игроки со слабыми ПК. Все, послали TX-мод на 3 буквы, едем дальше. Полностью измененный саундтрек в игре. В основном добавлен альтернативный рок, который неплохо качает. Стандартная музыка тоже была шикарной, но послушайте новые композиции, они вам понравятся. Присутствует мод Return of Roger. Он интегрирует в игру пролог из демо-версии PlayStation 2. Также в начале карьеры появляются 2 новые гонки, и нам предстоит сразиться с 16-м участником черного списка, которого зовут Рок. Добавлены 2 новые серии испытаний и переделана 1 классическая, где нам вместо 500 тысяч репутации придется набрать 10 миллионов. Но это будет непростой задачей. В игре уровень погони увеличен с 5 до 10. Поменялось и поведение копов, теперь они более агрессивные. Также у их машин изменена физика и масса. Но это еще не все изменения, друзья. Шины у полицейских теперь тоже прокалываются, как и у вас. Полиция и гонщики будут стараться объезжать препятствия в виде шипов. В общем, улучшенный искусственный интеллект. Но фишка заключается в том, что несмотря на повышенную сложность, копы отлично сбалансированы, и уйти от 10 уровня розыска при желании реально на любой машине. Но стоит вам один раз ошибиться, лучше не надо. Едем дальше. Стандартная камера была изменена. Также появились еще 3 новых камеры. Далее у нас измененный трафик. Он стал более плотным и вариативным. Будь то свободная езда, гонка или погоня, на улицах машин стало гораздо больше, чем в оригинальной игре. Эффекты дождя от Xbox версии. Убран датчик копов и радаров, теперь их видно на мини-карте. Убрано зеркало заднего вида, чтобы не засорять худ. Хочу отметить достойную оптимизацию и приятную картинку с теплыми насыщенными тонами. Дороги 4К разрешения, HD заставки и видеоролики, карта высокого качества, а также улучшенные отражения. В общем, изменений в этой сборке очень много, и вы можете прочитать полный список новшеств, если перейдете в описание и скачаете данную сборку. Касательно багов, в гараже дублируются автомобили, но это не критично, игровой баланс не нарушен. Пейн, создатель Ретача, также принимал участие в процессе создания и помогал в определенных моментах. Ссылочку на него я также оставлю в описании. Автор же вдохновлялась модом Eternal. Поэтому в игре такие красивые закаты и рассветы. Не забывайте писать в комментариях, друзья, свое мнение по данной сборке. Также подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. Удачи вам и хорошего настроения. Будьте здоровы. Пока!